Итак, друзья, всем привет! С вами канал Хуторянин выходного дня. У нас наступает настоящая осень. Температура по ночам опускается до плюс 5, до плюс 6 градусов Цельсия. На севере Латвии даже обещали, что будут заморозки. У нас сегодня был сплошной туман. Пока мы тут завтракали, туман почти рассеялся. Дождей нет, сухо. Пруды мельчают. На днях закончил заливать отмостку вокруг одной стороны дома. Бусинка оставила даже свой след, автограф. Сегодня будем заниматься хозяйскими делами. Попробуем убрать эти все куски бетона, которые остались после старого крыльца. Рада, Гром? Как ты? А? Поехали? Для разминки разгрузим немного гаражик, уберем адаптер, косилку, отвал в сарай. Там жена место освободила, а то уже тут тоже не пройти в гараже. Что? А бензин есть? Не знаю. Точно бензин есть? Точно есть бензин? Агрегаты нашли место в сарайчике. Тем самым освободив место в гараже. За 3 года земля просела на 4 тачки в этой половинке. Поскольку тут земля, грунт насыпной весь. Ну вот, 4 тачки вроде выровнялось более-менее. Осенняя хандра наступает у тебя. Спать хочется? Громочка, громочка. Хочешь спать? ты мой любимка, такой любимка мой. От кучки ничего не осталось.
Четвертый рейс перемещаем из пункта А в пункт Б. Между двух уже могучих дубов в точке Б образовался стратегический запас для ремонта дороги. Дубиком, наверное, лет по 20 уже. Так, примерно, навскидку. Покатушки на мотоблоке! Едем за лозой козом! Заехали с тыла соседского хутора. Куда пошел гром уже? Бобров гонять. Бобри тоже любят лозу, оказывается. Вот одни бобриные тропы. Все истоптано просто. И живут они, бобры, вот в этих торфянках. Ну, им здесь хорошо. Довольно глубоко, наверное. Сосед их не гоняет. Только если гром зайдет. Иногда уже взял чей-то след, уже ищет. Громик, кого нашел? Вот такие тоже ходы у них. Лозы много у Янки. Что? Лозы много. Ой, там овечки. Маха-муха. Можно развернуться. Правее, не пугать, а
Ну, никого не поймал, Гром. Запыхался только, да? На юго-запад пошли гуси. Время обедать. Прибыл стратегический груз для будущего урожая тыкв. Друзья, с вами был канал Хуторянин выходного дня. Всем пока, до новых встреч, всем мира, добра. Будьте здоровы!